Приветствую вас, друзья, и благодарю вас сердечно за поздравления. Все имена перечислить просто невозможно, кому я искренне благодарен. И очень хочу сказать вам, как по-человечески я вас всех уважаю и люблю. Да, поэтому, если я мужчина, скажу всем, и мужчинам, и женщинам целую, это будет понятно, человеческое отношение. Друзья, конечно, я хочу, чтобы наша молодость всегда была с нами. И мне вчера приснился сон, когда я был юный, как мы с моей Татьяной, любви. Это было потрясающе. Именно в день моего рождения мне приснилась моя жена. И сейчас она у меня в памяти как богиня. Но мне иногда спрашивают: а как вы себя чувствуете, чем вы занимаетесь? Я говорю, люблю всегда, по-прежнему, работаю по-прежнему, рисую по-прежнему, книги пишу по-прежнему, чемпионов мира тренирую по-прежнему. Разносторонняя личность, и вам того желаю. И поэтому в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus мы даем короткие такие ролики, и даем бесплатные ликбезы по 2-3 часа. Смотрите плейлист на YouTube-канале. И делаем вебинары, самые доступные по цене для всех и каждого. Поэтому, друзья, кроме меня, у меня есть дети. Счастливый я дедушка и прадедушка. Да-да-да-да, моему правнуку уже 4 года, Максимке. Я вам хочу сказать, смотрите каналы моего сына Лена, психолога и художника. У него есть такие изобретения по методике, которых у меня нету. И дочку мою, Шейлу Алию, смотрите. Я вам рекомендую, потому что я счастливый отец, дедушка и прадедушка. И все, что у меня было в жизни, все, что я перерабатывал, когда, например, я выводил из шокового стресса после террора в Беслане, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, Москве, и передавал этот опыт потом и детям, как психологам, и всем психологам передавал. Потому что, когда люди в шоке находятся, трудно до них достучаться. А метод ключ помогает. Я вам хочу сказать, смотрите их каналы, потому что очень сложная ситуация возникла. Вообще, когда дети в тени известных родителей, им бывает очень сложно. А я поэтому и говорю, рекомендую, потому что я горжусь своими детьми как специалистами, не только как с детьми. Я вам поэтому и сказал это в день своего рождения, что я счастливый папа, дедушка и прадедушка. И поэтому желаю, пройдя все эти тернии к звездам, желаю вам и каждому желаю быть счастливым, здоровым, и чтобы дома у вас было благополучие, и чтобы мир был в душе и в мире. И вместе мы – это необыкновенная сила. Вместе мы можем очень многое. Я хочу, чтобы каждый из нас это помнил. Никогда в какой бы стрессовой ситуации вы ни находились, сразу, чтобы вспомнилось, нажимаете кончики пальцев, это переключатели доминанты, разминаете ушки, разминаете шейно-грудной такой воротничок там, зоны Захальнагеда, мойте руки в горячей воде, потряситесь, как Шейла учит нас трястись в вибрации. Ну, короче говоря, в какой бы ситуации вы ни находились, вот это переключатели доминанты. Выйти из зависания и не накручиваться. И тогда вы сможете сохранять мир в душе и в мире, и, между прочим, улучшать свои личные отношения, с кем бы это ни было. Это очень важно сегодня. Мы должны все соединяться и быть в мире. До встречи, друзья! Счастья вам!